«Дай почитать». Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Литеева, профессор Вятского государственного университета. Елена Первушина в серии «Загадки и головоломки» выпустила несколько книг. Исторические загадки Мюнхгаузена, психологические задачки Мэри Поппинс и загадки трех генералов. Но поговорим мы о венецианских ловушках. Действие происходит в уникальный период, эпоху Возрождения. Всем известно, что это время в Европе появляется понятие гуманизм, поэтому лейтмотивом культуры Возрождения стал человек со своей неповторимой индивидуальностью, могуществом разума, утонченностью чувств и величием духа. Все времена оценили не только красоту души и тела, но и остроту ума, способность к изящной игре, к парадоксам, к умению находить истину. Это была эпоха универсалов. Микеланджело Буонаротти, живописец, скульптор, поэт, архитектор. Леонардо да Винчи, живописец, поэт, инженер. Галилео Галилей, физик, механик, астроном, философ, математик. Книга «Венецианские ловушки» – захватывающая детективная история. Волшебные приключения подмастерья или загадки сеньора Конторини. Она представляет собой игру, своеобразное театральное действо, которое так любили в те времена. Вместе с главным героем, подмастерьем Ренце, читателям предстоит отгадать множество головоломок, всего 71. Ренце расследует похищение драгоценного меча, и мы имеем возможность, с одной стороны, читать увлекательную историю, а с другой – разгадывать загадки на самую разную тематику. Геометрия, физика, история, шахматы, филология, животные, например. Некий старик в Риме пожелал жениться на сестре своей вдовы. Допустим ли подобный брак? Или будет ли устойчив столик на трех ножках, если они не одинаковой длины? Или у вас найдется дома свеча или листок бумаги? Если да, попробуйте задуть свечу, дуя в свернутую воронку. У вас это получилось? А еще нас ожидают ловушки в подземных лабиринтах, в мастерской, на кухне. Но наш храбрый и обаятельный юноша Ренце не попадет ни в одну ловушку, выберется из странного замка. Но мы должны обязательно ему, дорогие читатели, помочь. Для особо нетерпеливых треть книги занимают подробные ответы. У кировских старшеклассников есть чудесная возможность проявить свои интеллектуальные способности и принять участие в олимпиадах по английскому языку и по зарубежной литературе. Тем более, что результаты олимпиад учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриента при поступлении в Вятский государственный университет. 12+. «Дай почитать».